а Масленица в горках пересекла свой экватор. Мы сейчас находимся у входа в усадьбу, где расположилась небольшая ярмарка. Особой популярностью пользуются товары народного промысла. У нас представлены товары из разных регионов России, из Томска, береста, это в основном короба, шкатулки, хлебницы, туеса, Нижний Новгород, это в основном матрешки. И, соответственно, город из Крыма мы тоже не забыли, и у нас очень много из можжевельника представлено товара. Что больше всего покупают? Ну, в основном это изделия из Нижнего Новгорода, потому что очень любят матрешки. Это любимые и дудочки детские. А мы идем дальше. Какой праздник без песен и танцев? Вот здесь, например, проходят веселые конкурсы для детей и взрослых. Очень весело, очень хорошо, все здорово. Детям нравится. Мне понравилось вместе зодло. Весь русский народ поздравляет с Масленицей. Ура! С широкой Масленицей всех и с прощенным воскресеньем. Всем добра, любви, мира, согласия. Мы хотим поздравить всех с таким замечательным днем Масленицы, с приходом весны, тепла. И желать всем такого же тепла в душе, как и становится на улице. Также попросить у всех прощения, так как сегодня прощенное воскресенье. Пусть все друг друга прощают, и все будут дружные, все будут ладить друг с другом. Есть такая поговорка: дрова рубят, щепки летят. А мы решили не рубить, а распилить это бревно. Это мероприятие не осталось и без внимания главы Ленинского района. Сегодня мы впервые проводим общерайонную Масленицу. И здорово, что этой площадкой мы выбрали одно, наверное, из культовых мест на территории нашего района. Это Государственный музей-заповедник Горки Ленинские. Мало того, что здесь такая замечательная, просторная территория, причем действительно территория для общерайонных праздников, для масленичных гуляний просто потрясающая, так как если посмотрим, сколько здесь еще лежит снега. Это позволяет проводить зиму, как положено, как делали наши предки, покататься на санях. Всем нашим уважаемым жителям, гостям нашего края, мира и добра, процветания, побольше улыбок и, конечно же, весны на сердце. С праздником! А кульминацией праздника в усадьбе Горки Ленинские станет традиционное сожжение Масленицы. В этом году чучело превысило все ожидания. Высота его составляет 14 метров. И теперь смело можно будет сказать «Здравствуй, весна!»